Дорогие телезрители, сегодня в гостях Игорь Дадон. Этот балабол за годы своего президентства не выполнил и десятой части своих обещаний. Стихи. «Один лишь раз видала рукопашный, раз наяву и множество во сне. Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне». Да, спасибо большое. Игорь Николаевич, молдаване ценят стихи. Вы бы могли какие-то стихи прочитать? Есть хороший стишок Дадон. Достойные слова достойного человека. Игорь Николаевич, когда молодой Игорь встретил прекрасную Галину, где это произошло? 5 мая 1995 года играл на гитаре в туалет общежития на втором этаже. Я зашел в туалет, она была со своей подругой, и после этого были вместе, 25 лет вместе. Главное, вот принципиальные вещи, ценности, не уклоняться от них, и идти к этим ценностям, и всегда основываться на этом. Вот у меня есть несколько принципиальных вещей, о которых я никогда не уступлю. Фасоль, борщ, капустняк. И четвертое для меня принципиально – это жареные картошки. Для меня это будет святой. Не отступлю ни шаг, вне зависимости от того, какой прессинг будет и так далее. Раз у нас пошла такая откровенная беседа, мне нравятся молодые, здоровые мужчины, с которыми я встречался до вас. Я очень хочу, чтобы вы это знали, господин президент. Игорь Николаевич, я видел вас на берегу Днестра. Вы были в такой красивой футболке. А где купить такую футболку? Василия Садова. Вы хороший шахматист и можете держать в ваших руках. Игорь Николаевич, вы солнцеликий, вы луч света в темном царстве, вы гений, вы светоч. Я очень хочу вас, господин президент. Я вам предлагаю, чтобы мы были вместе. Я вам обещаю, что я всегда буду рядом с вами. Я обещаю, что я не буду убегать из страны, уезжать, я буду здесь рядом с вами. Я уверен, что все у нас получится.